Во дворце спорта «Видное» состоялся 6-й открытый турнир по художественной гимнастике. Организаторами соревнований выступила торгово-промышленная палата Ленинского городского округа и спортивный клуб «Ступени». Среди турниров действительно очень высокая конкуренция. В Москве для примера проводятся приблизительно 6-7 турниров каждые выходные. И действительно, это большая честь, что очень многие гимнастки выбирают, тренеры, судьи выбирают именно наш турнир и приезжают к нам в город «Видное» выступать. Турнир собрал около 300 участниц не только со всей Московской области, но и из других городов России. Девочки выступали в нескольких возрастных группах и должны были выполнить набор упражнений и специальных элементов программы. Также есть категории, чтобы как можно больше участниц смогли подняться на пьедестал и занять свое почетное место. Самое большое количество гимнасток представляло видновский клуб. Здесь занимаются девочки с самого раннего возраста. Профессиональная команда тренеров готовила их к соревнованиям, которые для многих стали первыми в жизни. Женщинам соревнованиям я сначала разминалась, а потом уже учила свой танец. Я готовилась очень хорошо. Хотела, чтобы я становилась все лучше и лучше, чтобы у меня все результаты становились на каждый день все лучше. Родители Лизы – танцоры. Они хотели отдать свою дочь в танцы или спорт. Выбор пал на художественную гимнастику. Очень нравится, очень переживаем. Меня уже все трясет. Это наши 5-е соревнования. Результаты разные, но мы второй год всего лишь ходим. В общем, продвижение, конечно, есть, прогресс есть. Выступление на таких больших турнирах – серьезная нагрузка для ребенка. Но со всеми рядом были их близкие и поддерживали маленьких спортсменок. Анна Розанова настраивала на успех свою младшую сестру. Я в детстве занималась гимнастикой и пришла в 11 лет туда. Это было уже поздно для этого вида спорта. И мы, не задумываясь, решили отдать сестру в художественную гимнастику, чему очень рады, потому что ребенок счастлив, пошло развитие. Гимнасток оценивала судейская коллегия из 12 человек. Внимание обращали на артистизм, технику исполнения и другие аспекты. Победительницы и призеры турнира были награждены медалями и памятными призами. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.